Привет, друзья! 3 часа назад, чуть-чуть меньше, 2 часа 45 минут, я снимал, показывал небо голубенькое с некоторыми тучками. Ничего не предвещало дождя. Пчелы летали, сейчас тоже где-то шныряют там. А вот затянуло небо, это Англия, Британия. Тут все такая погода, может 20 раз в день быть дождь. И вот сейчас затянули тучи, пошел дождик, и все начало меняться. Почему я не касаюсь событий, происходящих в мире? Потому что люди погоду не могут угадать. А если где-то какой-то сумасшедший начинает что-то вытворять, ну это его личные проблемы, хотя несмотря на эти личные проблемы, как будто маленький ребенок капризный решил поиграть в войнушки, в мире все равно от него ничего не зависит. Нету победителей там, где их быть не может. Вот природа может только регулировать своими выбриками, пытаясь сбросить человечество, обезумевшее от всяких приколов, со своей территории. То, что меняется погода, это она меняется вне зависимости от того, хочет человек, что он говорит о том, потепление идет или не потепление. Когда-то, когда было извержение лет 15 назад чилийского вулкана и остановились полеты самолетов практически по Европе, где Атлантика, где Латинская Америка, потому что на десятки километров выбросило вулканический пепел, в котором колоссальное количество кремния. Так вот, самолеты остановились. И когда люди говорят, тем более ученые, которые естественно хотят, чтобы мы дальше продолжали платить деньги, чтобы они были счастливые, веселые, хорошо зарабатывали, болтали разную чухню, так вот, они будут говорить все, что угодно, чтобы дальше продолжать пылесосить различные фонды и свою поддержку. Прошу прощения, заговорился. Так вот, один день выброса вулкана, кто-то из ученых чилийских сказал, равняется производству СО2 всем человечеством, всеми загрязняющими фабриками на протяжении целого года. Один день выброса вулкана. Проблема не в этом. Проблема заключается не в СО2. Проблема заключается в том, даже не проблема, это естественный процесс, когда планета летит по своей спирали, и умные или дурноватые ученые ничего толком сказать не могут. Никто не может сказать, какая погода будет завтра, что говорить о политических событиях. Когда у кого-то мышь забежала в голову, встретилась с тараканом и пошло-поехало. Конечно же, от человека и от людей, в основном от человеков, зависит очень многое. Потому что когда высшее создание создано по образу и подобию объединяется, эти человеки и в состоянии остановить коллапс в человеческом обществе. Но, к сожалению, настоящих человеков, там, не буду говорить люди-людины, не так уже много, и в этом заключается проблема. Остается уповать только на высшее создание, что оно не позволит сумасшедшим людям довести планету до коллапса и до Цугундера. Хотя многое из этого уже происходит. Если будет разорван Ближний Восток, я не представляю, какие толпы мигрантов ломанутся по всем странам, сметая на своем пути все барьеры, которые богатые построили от бедных. Бедные виноваты? Нет. Просто есть сумасшедшие, которые считают, что дождь не должен идти сегодня. Потому что он этого не видел, а дождь пошел. Вот так. Вот так меняется погода, вот так меняется ситуация. Конечно же, извините, что я не обсуждаю те события. Много аналитиков, много там прагматиков каких-то там что-то придумывают. Тоже пылесосят деньги из различных фондов, но это их дела. А я показываю так, как есть. Потому что в каждой точке планеты, в каждую минуту происходят необратимые изменения. Планета летит своим курсом, а сумасшедшие идут своим курсом по направлению к большому турдому. С вами канал Конпель. Этим видео хотел показать, как быстро меняется в Англии погода. Bye.